Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о пятой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. В пятой главе апостол переходит к еще одной проблеме или даже группе проблем, которая существовала в коринфской христианской общине. Перед этим разговор в основном был о том, что христиане Коринфа разделяются на группки крошечные, по несколько человек, группки, которые они возводят к духовному авторитету Павла или других людей. Апостол говорил о том, что чего вообще считать себя последователями того или другого, если Христос за вас распялся, если мы, собственно, только это важно для нас единственное, да, что Господь Иисус Христос распялся за вас. А дальше здесь, в пятой главе, он переходит еще к разговору о том, что вот у вас есть нечто такое, появилось блудодеяние, притом такое, которое не слышно даже у язычников. Собственно, дело в том, что Коринф, по-видимому, действительно был городом свободных нравов весьма, скажем так, и эллинистический мир, языческий, вообще был довольно в этом отношении свободным, скажем так, в кавычках. Нравы были весьма вольные. И для апостола, и как для христианина, и как для иудея, это было вещами совершенно неприемлемыми, ну или как минимум более чем подозрительными. То, что язычники считали допустимым, ни иудеи не сочли бы допустимым, ни христиане, ни Павел, как христианин из иудеев, допустимым считать не мог. И на самом деле я бы сказал, что конкретно что там произошло и кто именно на чьей жене женился, может быть, даже и не так существенно для нас, как существенно то, что апостол видит необходимость существования каких-то правил, каких-то норм в этой сфере. Есть должное и недолжное. Христиане из язычников часто ориентируются на то, что принято вообще в окружающем мире, не думая о том, что в этом мире этот мир может очень заблуждаться на тему допустимого или недопустимого. Понимаете, что может быть самое важное для сегодняшнего читателя? Это то, что апостол считает, что перед лицом Христа не безразлично, что ты считаешь допустимым или недопустимым в сфере, скажем, человеческой сексуальности. И еще раз повторю, прежде чем говорить о деталях, вот так можно, так нельзя, Павел, на самом деле, об этом не говорит. Он вполне, так сказать, ну, воспитанный человек. Есть вещи, о которых говорить не след. Но он говорит о том, что важно, понимаете, чтобы были какие-то нормы, чтобы мы понимали, что есть вещи, которых нельзя. Потому что этого нельзя, потому что это не безразлично в твоих отношениях с Богом. Вот эта сфера, казалось бы, да, как часто думают христиане из язычников, например, в том же Коринфе, ну какая разница Богу, как там, кто устраивает эту сферу своей жизни. Есть разница, это важно. И поэтому Павел говорит, ну вот вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать.
да, чтобы вот не было такого нарушения, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. И обратите внимание, апостол опять же считает, что это не только проблема того, кто там, значит, женился на вдове своего отца, но это проблема всей общины, которая, ну как, никак не выразила своей позиции по этому поводу, которая, по-видимому, сделала вид, что, ну, все равно, ночью все кошки серые. Поэтому апостол говорит о том, что, друзья, этого не должно быть в христианской общине, не должно. Сфера человеческой сексуальности подлежит нравственной оценке. Это не безразлично, говорит апостол, и вам хвалиться нечем. Если вы считаете, что тут там вот все можно, ну тогда это отравляет всю христианскую общину. Вот. Поэтому дальше, переходя к аллегории закваски, апостол говорит, очистите старую закваску, чтобы вот вам действительно очиститься от этого и предстать перед Богом без вот этой поврежденности, без этой закваски нарушения норм, нарушения закона, нарушения правды Божьей вот в этой брачной сексуальной сфере. Дальше уже Павел говорит совершенно о другом, о том, что мы все вместе приходим перед Богом, к Богу, и вот он предлагает увидеть христианскую общину как некоторое тесто. И вот он говорит, Пасха наша, Христос заклан за нас, поэтому очистимся вот от этих всех неприличностей и предстанем перед Богом в простоте, с опресноками чистоты и истины. Ну, в общем, довольно прозрачная, конечно, аллегория, которую предлагает апостол Павел в середине пятой главы. А в конце вот он предлагает своему читателю следующее. «Я вам писал в предыдущем, видимо, послании, если это первое послание к Коринфянам, то предыдущее должно быть нулевым, наверное, хотя их, кажется, было даже не одно послание до первого. Вот я вам писал, что не сообщайтесь с теми, кто, называясь братом, остается блудником». Павел еще уточняет очень важную вещь. Дело не в том, что нельзя сообщаться с людьми, которые живут в этом мире, ну и такие, какие есть. Не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, потому что иначе нам пришлось бы выйти из мира сего, да, что невозможно, Бог послал нас в этот мир, а именно с теми, кто все это делает, называя себя братьями, кто делает вид при этом, что он христианин. Когда человек христианином не является, ну, как бы, какие могут быть критерии для его морали? Павел говорит, тут наоборот, может быть, стоит думать о том, чтобы свидетельствовать человеку о моральных нормах. Но если вот кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или дослужителем, вот это недопустимо. Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет». Если ты христианин, значит, есть вещи, которых для тебя нельзя. Вот нельзя и все. В сегодняшнем мире, который до некоторой степени, конечно, возвращается к нормам и обычаям веселого Коринфа, христиане кажутся какими-то упертыми ретроградами. Ну да, отчасти это еще и потому, что мы забыли вот эти последние стихи пятой главы Павла,
когда мы пытаемся всем навязывать свои строгие моральные нормы, для себя не считаем их обязательными. Да? Павел говорит наоборот, не надо никому ничего навязывать. Ты в своей жизни воплоти, реализуй эти строгие моральные нормы. И если ты брат, значит, есть вещи, которые для тебя невозможны. Невозможны.